Воздушные шары, цветы и праздничная атмосфера. В культурно-досуговом центре Чистцовский прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню Матери. На сцене выступили детские творческие коллективы и их мамы. Матвею Уланову 9 лет. Он занимается здесь в театральной студии «Хамелеон» и сегодня танцевал с мамой. А в зрительном зале за ними наблюдают папа и младшая сестра. Мы занимаемся спектаклями, рассказываем стихи и иногда бывают сценки с танцами. Помимо танцев, воспитанники культурного центра представили и вокальные номера. Мероприятие организовала Светлана Федорук, студентка 4-го курса Московского театрального колледжа. И это ее дипломная работа. Я помогала составлять сценарий мероприятия. Помогала, в принципе, с организацией что-то вот устроить. Выставку, которая здесь тоже проходит, «Мам-рукодельниц», тоже наших рук дело. Где-то понемножку в украшениях, в отборе номеров, в репетициях. Светлана и сама в детстве занималась в творческих коллективах и даже выступала на кремлевской сцене. А в будущем планирует открыть свою детскую студию. В заключении концерта со сцены прозвучали поздравления от директора культурно-досугового центра Натальи Шевченко. Дорогие наши, мои любимые, самые ласковые, самые нежные мамочки, бабушки, с праздником вас! Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».